Своей приоритетной задачей члены торгово-промышленной палаты округа считают помощь в развитии коллег-предпринимателей. Немаловажную роль здесь играют вопросы взаимодействия бизнеса с властью. Для укрепления такого социального партнерства открываются профильные комитеты. По туризму один из новичков. Наша земля, она просто вот созрела для того, чтобы этот комитет родился и возник. У нас на самом деле, куда ни шагни, история, куда ни шагни, такое любопытство возникает. Оно просто, вот знаете, мотивировано самим пространством. Объединение предпринимателей индустрии гостеприимства будет работать по нескольким приоритетным направлениям. По прогнозам, это позволит не только укрепить собственные позиции. Один из моментов, на котором мы хотели сегодня заострить внимание, это промышленный туризм. Это те предприятия, которые работают на территории Ленинского городского округа, куда мы хотели бы отправлять миссии, желающих посмотреть, как это работает, какие предприятия есть. Это может быть и школьники, и предприниматели, и те, кто хотели бы заняться бизнесом. Комитет по туризму возглавила член торгово-промышленной палаты Ольга Романова. Руководитель объединения считает, что сейчас в России идет активное движение в этой отрасли. Государство выделяет хорошие субсидии и гранты на развитие. Хотелось бы, конечно, разработать национальный туристический маршрут нашего округа, чтобы приезжали к нам люди, смотрели, знакомились с историей нашего округа и, конечно же, развивать объекты размещения, которые расположены именно здесь, у нас, в Ленинском городском округе, потому что это увеличение рабочих мест, это увеличение прибыли компании и в связи с этим пополнение бюджета нашего округа. Знакомство с историческими жемчужинами и памятными местами округа, промышленный туризм, встречи с интересными людьми и масштабные праздники в первых строчках плана работы комитета. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.